Доброе утро! Мы все проснулись, и это уже успех. Значит, вон там вот хомяк, он, собственно, спал на галерке, и это первая ночь, когда он меня не выгнал из палатки, и я не слышал его храпа. Зато я у нас слышал. Тут рядом... Во. Я тоже слышал. Короче, повезло. У нас под боком была команда мастеров вокала с окончанием на последнее слово. Вот, поэтому как бы они долго пели, периодически от них все просыпались, кроме меня, наверное. Мне было пофигу. Вот, ну, собственно, мы встали. Ксюха немножко подмерзла с ребенком. Но нужно как бы понимать, что она первый раз с ребенком спит в спальнике. В принципе, первый раз с ребенком спит в спальнике, тем более еще сразу в походе. Погода довольно теплая, так что в целом все нормально. Ну, может быть, мы маршрут сократим, если она будет не высыпаться, потому что, ну, в одном спальнике с ребенком не очень много места, поэтому переворачиваться, например, не самое простое занятие. Ждем, пока проснется ребенок. Потому что будить, чтобы он весь день был капризный, не имеет смысла в формате нашего похода. Маши ручку. Как спалось? Мы пытались уйти от этой традиции. Сложно. Расскажи. А то для тебя это первый поход с ребенком. Сразу такой серьезный. Ну, просто так как мы еще на груди, нам постоянно приходилось раскрываться, перекладываться. Это она сейчас про ребенка, не про меня. Да, с одной груди на другую, постоянно вот эти кофты свои расстегивать. Ребенок тоже постоянно просыпался, потому что он не понимает, где он находится. Первая ночь, естественно, он ждет, что он ночью проснется, он в своей кровати. А этого не происходит. Он возмущается даже. Это от груди начала отказываться. Может быть, хороший способ отучить ребенка от груди без всяких дополнительных мер? Нет, ну просто ничего не помогало усыпить. Златуха, помаши ручкой. Молодец. Хороший, довольный ребенок. Пойдем. Пойдем, куда? По этой же самой причине она просыпаться не хотела. Надо же вылазить, а там холодно. Короче, геометрическая проходимость у этого прицепа так себе. Вот сейчас попробуем поймать, если он будет переворачиваться. С ребенком я уже здесь ехать не рискую. На двухколесном, с двухколесным прицепом, именно под наклоном, ехать очень стрёмно. Когда ты едешь без всего, ну, без ребенка, то это хотя бы не так стрёмно, не переживаешь. А тут еще, если тебя начнет дозакручивать, ну, он просто утянет, в бок уйдет. То, короче, он еще и может ребенка опрокинуть. Стрёмно. Но зато вот такая сцепка на пружине дает фишку в том, что у тебя есть ось вращения, и в случае переворачивания прицепа, я его уже дважды переворачивал. Вот. В случае переворачивания прицепа он вращается вокруг пружины, и типа не весь велосипед идет,
а как бы только прицеп переворачивается, если тебя не сносит, ну он там дальше по склону не катится, то ты как бы остаешься цел, все хорошо. Леха пройдет сюда и вдвоем, просто двое здесь, двое здесь. Тихо, ты не так высоко поднимаешь. Я его поставил на ребро, теперь только ты держишь. Двое там, двое тут, было бы проще. Они скулили. Нам же хочется. Чего велосипед? Вон какой забор, который можно ставить. Я перехватил. Мачкаемся. Там открыта эта сумочка спереди. Ну, тоже вариант. Ну, без сумок, поэтому в принципе можно. Завел у нас какую-то жопу, а сам бегает, снимает. Блогер! Ребенок с мамой в болоте. Вован постоянно называет. Ты про этого? Пельмени? Да. Господи, я не помню. Я тоже не помню, но очень емко. Вань, принимай. Топик! Тихо. Чем мне принимать, прикажете? А чем хочешь? Ладно, подожди, это куб. Подожди. Ёб твою мать, это же куб! Причем, по-моему, стальной. А? Ну, правильно? Куб, что такое? Это кубе. Метр? Метр, это нет, кубический метр железа. Кубический метр алюминия. Мы очень любим куб. Короче, ребята, сейчас мы встречаем вообще до хрена народа. Причем встретили группу шоссеров, которые тренировочную ехали. И самое интересное, мы едем по пустому заповеднику к МГУшному. Нам навстречу идет бабка без маски. И такая, почему это без маски? У нас приказ. Причем в приказе, вот мы сейчас слушали. Сейчас я встану против ветра. Сказано, что рекомендуется, а не обязательно ношение маски. У нас масок нет, потому что их просто хрен сейчас купишь. Вот. И поэтому она такая, ох, все без масок. И сама засранка идет без маски. Вот бесят такие люди. Ладно бы сама в маске шла. Вот. Ну, собственно говоря, раз, два, три. Вон там в муравейнике четвертый. И вот пятый. Два прицепа, пять идиотов. Я с ребенком шесть. Ребенка не причисляй. Он, ну, виноват. Я виноват. Да. Он невольный. Вот сейчас опять повторяю, это все остальное вам не важно. Рекомендовано использовать маски. Но, конечно, уголовным, ребята, это прям нарушение Конституции. Это прям... И они, гады, это все объявляют. Вот прям бесит. Ну как тебе подъемчик? Ну, кажется, фигня. Но мы втроем затаскивали сейчас велосипед с прицепом. А следующий у нас этап – это велосипед с прицепом и ребенком. Давайте ребенка сожжем. Да не, куда он денется?
А я пошел за третьим белым. Не, тяжело. Тяжело. Но мы пошли за Ваней, я твой привезу. Мой 150-килограммовый брат второй раз этот подъем не осилит. Всем хорошего дня. Не болейте. И не занимайтесь такой херней, как мы.